чтобы я картинку там представил. Не знаю, я просто буду бегать на Сент-Кинге. Я понял. Все, я готов бегать. Так, лол, вот этого парня ж надо брать. Какого? Мышь. А, это да, нормальная штука такая. Что, Митяй Соломит пошел, да? Так, делай тайвик. Алоэ. Алоэ. Здорово, Саянчик. Привет, Митяй. Какие дела? Ну, блин, такое, неплохо. А я в курсе. Я... Почему все в миде? Не знаю, я хотел мид постоять. Ладно. Ведьмой. Постой. Я роуминг, там может где-то экспу под сосу максимум. Мы-то побегаем, я буду кидать декрепифай, а ты станет. О, слушай, неплохо. Нормально. Неплохо. Вот, и нормально я качался, а микрофон вырубил, потому что всякие пидоры ходят и орут в микрофон пидоры. И чтобы это не было слышно на всех, я его вырубаю. В общаге? Ага. У тебя сзади, пидоры, что там? Ну да, сзади они сидят вот. На этом, на диванчике. Ножками сучит. Понятно. Это он смеется? У меня алхимик в виде, можно его ломать постоянно. Сразу хотим ломать его? Хотим. Секунду. Конечно. Все, ломать. Прячу. Не подозревает, по-моему. Будет подкоп, парня. Да не надо, наверное. Не очень-то и нужен. Нормально. Вот здесь спавн сделай, пожалуйста. Или здесь. Мне похуй. Сделаем. Что там по рунам? Топ инвиз. Слышишь, Андрей, да? Я, Андрюх, чуть не успеваю, по ходу дела. Да, не успеваешь. Андрей, там в топе инвиз. Для тебя. Все для тебя. Я внизу пойду поставил. Ох ты, ебать копать, что за линия какая прекрасная. Прям для Рикимару то, что надо. Изикатка, блядь. Да, шейкером Рикимару всегда хорошо стоять. Альберт, я просто экспу сосу. Не хочешь подраться с ними, Андрей? Не, я просто сосу. Я тоже сосу, Андрей. Сейчас пойду сейчас отпулю и можно будет подраться. Митяй, я нормально там хуяришь? Угу. От души. И это видно. Ну ее и заблочили, спавн еще не цвел. Какой-то он нерешительный, заметил? Да-да-да, он так два раза делал, или три уже. Выиграю. Ладно, мне здесь третий только нужен на самом деле. Мы здесь ничего не что, сделаем. Что с шейкером, пардон? Что с его бревном? Да разваливается. Старое бревно у него. Неправильный шейкер. Да. Хорошая линия. Блять, они мне еще этот пуш заблочили. А, нет, это я сам его заблочил, походу. Или кто-то из вас это сделал. Не-не-не, не заблочили, там у Сайленсера был вард. Вот эту хуйню не заблочили, я даблспаун сделал. Ах. А руну не видели? Я в зал, да. Не, руна меня не интересует. Она у тебя заюзана? Да. Плохо. Как есть. Но он на базу пошел. Либо ждет, обузит.
Скорее всего, на базу пошел. Ну, Андрей, ты хорошо их уводишь так. Да, я стараюсь, ребят, для тебя. Попробую их в топе убить. Ну, блин, они такие тоже в топе, ребята. Он пришел назад уже. Ну, я уже ушел. Ну, у меня скоро 100 левел, типа, можно с тобой забрать. Можно, товар. Но я уже ушел. Ну, как придешь. Да, приду. Короче, ко мне этот шейкер ходит и блочит мне спауны. Там еще сарниц побежал, Брюс. Мне плевать. Вопрос говорю. Ради? Я за вышки выйду. Да, да, да. Хотя крипов много, я так выйду в наглую. Давай один дам ему. Парни, парни, я тоже в мид иду. На следующем. Давай, давай, давай. Он на гитаре стан. Ну да. Пизда ему, значит. Ёбаный сайленсер, ты ублюдок, я отрежу тебе нахуй плащ. Андрей, Андрей, какой молодец, картычку заявил. Царь, царь. Спасибо, ребят. Митяя, тут, наверное, опять не успеваешь? Нет, я на базу ушел. Ну ладно, я походу, я не успеваю. Ну и насрать абсолютно тогда. Я-то что-то тоже ни хера не успеваю, этот мне шейкер два раза засрал от пул. Придется довольствоваться малым. Чайком? Да. А есть курицу понять? Есть? Есть арканы дать сходить? Надо? Санёк, надо арканы? Ну давай. А давай, ты давай. Мне чего? Могу ветку дать. Не, ветка. Ветка не надо, спасибо. Блин, ну пока нечего. Слушай, а чё он так выёбывается? Кто? Он не переживает вообще. Ладно, я всё-таки пойду на это самое, на отпул мой козырный. Ну ему уже очень плохо. Не понял. О, тут заспавнилось, тут трешечка есть. Нихуя себе там в топе. Пизды им надо дать. Да там война. Ты нижнюю чекнешь, Андрей? Чекну, но со временем. Угу. Но он побежал вниз, скорее всего. Там Эльвизиона есть. Определенно. Кстати, против нас сегодня играл Эль Мачо. Я за Бужу курицу. Алхимик с руной внизу был последний раз. Сейчас могут с ЕСом ко мне в мид выйти. А чё ты тут, Альберточ? Я шестой получаю. Да ты снизу видел, что вообще творится, блядь? Там шейки с сайленсером. Абузят в тебя сплыл, блядь. Невозможно стоять. Ёпки, ну ничего, мы с ними разберемся по игре. Садим он с фейзами уже. Там у меня больше уже. И мейт там тоже хорошо себя чувствует очень. Нет, только с хп проблема. Че, Альбер, давай, ты их светишь, я выхожу, мы их убиваем. А тут никого нет. Волк, каким хером они умудрились зафармить мои стаки? В смысле никого, Альберт? Альберт, тучку. Блять, царскую тучку убивать, пидоров. Алхимика нет, аккуратно. Блять, как они зафармили мои стаки? Шейкер, сайленсер. Блять, там три стака, они ёбнулись что ли? Там не было, там все были на карте. Тут проблема. Охуеть. На хосте педрил убегает. У него стан на один. Угу. Просто к слову, мало ли что. Там Санта ВКонтакте ломанули, такой спам пошел жестко. Там походу Вижн внизу стоит, да, стоит. Алхимик возьмет. Я забужу пока. Вижн внизу стоит, это более чем правда. На руне где-то стоит. Я бы, кстати, попробовал бы убить этих парней снизу. У меня мипа в миде. Аккуратненько, я вышел, дал пизды, но там шейкер стоит. Скорее всего, алхимик какой-то здесь. Может, в инвизе будет? Не, внизу. Ох, ебать их тут. Всего это четверо. Ну, пизда мне. Да не. Я отвечаю. Да ну. Их тут пятеро. Да, хуйня. Нет, их тут шестеро. Глиф дали.
кто пошел ТП покупать. Бля, надо было изначально начать... У меня Рубик ТП что на мид. Вот это вот говно, вместо вот этого говна. Я поеду сейчас, скорее всего. Да. Так, ну что, мой выход наконец-то. Все, пошел фарм. Дред. Я думаю, я могу тебе помочь. Иди ты нахуй! Чуть-чуть. Ох ты уёбок. Ты посмотри на мой левел, придурок, ты ебучий, блять. Сейчас получишь кучу опыта. Или ты не хочешь опыта? Я на тебя нажал, куиц. Угу. Пиздец, куча опыта, просто пиздец, у меня жопа аж разрывается от этого опыта. Чё б купить себе, Тараску или, может быть, вот правильно, Ливай, нахуй. Я вернусь. Не обязательно. Я вернусь. Не обязательно. Не обязательно было дуйся. Там, по-моему, ЕС взял хаст. Да? Да. А Рубик что хочет? Будем что-то делать. Вот здесь есть на хосте, еще глобал есть. Ну давай, верочка. Сам себя спустил. Я лечу тоже. Угу. И он без ульта. В данный момент, конечно. Я ультану сейчас, еще подеремся. Ебать, как больно. Я за мипа поехал. Блять, и нет, заспавни теперь. Ну охуеть. Вот нужно было ему поиздеваться надо мной. Да. Проблема в том, что сайленса нет. Химик миди, если будет что-то в него скинуть, дизейбл любой, он умрет. Дизейбла нет, я могу стрельнуть. Рубика можно, у него 600 хп вообще. Шейкер еще. Но они сейчас будут поднимать, там, да, вон, накручивают уже. Ну, будешь кого-то, нет? Да, шейкера. Ну, там ультимейт, блядь. Не знаю, давай убьем. У него сварм. Андрей, будешь копать? На мне хуй дети всякое навешали, блядь. Я знаю, какой это Альберт. Очень неприятно. А может, ты можешь Рубена копнуть? Ладно, давай не будем. Что это у них там за магия особенная какая-то? Он фласку пьет. У меня Вегена, я сейчас тут буду спамить. Там еще и шейкер, ёбаный рот. Угу. Очень хотят товар. Шейкер малобюджетный. Как Дрюк? Это мало? Нормально бюджетный, в принципе, шейкер. Я, короче, закручу. Давайте драться здесь. Там есть ворды с интрисом? Так, я на стак. Да, есть я вижу, на стак, ребят. У меня крипы стреляли, сентри тут стоят. Я, короче, могу на сайленсера прыгнуть, проспамить. Он там не один. Я знаю. Вот все, что я могу. Тут еще есть, тебя поднимут еще и так далее. Я дал сайленс, конечно. Я за тавер пошел, нахуй. Эту суку обстригу, блядь, сейчас. Так, вот он я. Как ваше дело? Митяй, тебя не хватает. Приходи. Да, я вижу, бегу. Надо тавер забирать. Не, я в смысле, я опять стаки фармлю, Митяй, ты чё? Да, Дред, тут тебя не слышно из-за них. Я ультую здесь и захожу. Ну конечно, вот так, тоже всё.
Но я ушел. Сейчас диффуза будут вообще инициировать жестко, смогу за место. Это шикарно. Не поверите, ребят, получил левел. Почти с даггером. Почти с даггером, да. И мунчик не инвест снизу. Возьму, возьму. Может, раз вниз пойдем? Как пират. Давай учил. Я ЕС просто покажу и сломаем его здесь. Блин, я внизу уже. Не, уже не... Я любого здесь покажу, его убьем. Соблазник и пихай. Я в топ полетел, зафармлю. Диффузов осталось 400. Бум. Бум. Ну, сайленсера только вижу. И рубится с интерами. У него 700 хп, мы его успеем сломать? Блин, вот здесь гео есть, который можно сломать. Ну, сайленс я дам Рубику. Не, не дал. Нормально, слышь, тут этот. Давай попытаемся как-то. Не знаю, там я попытаюсь выжить. 4 телепорта. Это нормально. Я с ультом буду низ забирать сейчас. Ну так давай. Ну то можете пушить, а Николай почему будет. А я еще стак в лесу. Давай. Качну. Кач пошел, да? Ну вообще хорошо пошел. Где? Прячу. Далеко, далеко, много народу. Блин, надо было пятый брать, третий Суншторм. Я доворачиваюсь от него. Вижу ее. Ага. Вижу, суку. Вот так вот будет с каждым. Меня будет брать. Я тоже сайлос дал, надо их убить здесь, как-нибудь. Блять. Почти с даггером, парни. Вот тут и с даггером. Так, геомантер тоже говна поел. Ой, диффузы Альберта. Блять, ну и хорошо, что я в этой игре есть. Я сейчас, наверное, очень сильно помогу, парни. Очень сильно помогу. Прям, я сейчас... Вон там у меня два артефакта, могу их куда угодно положить. Так, так, так. И вот третий купил себе еще артефакт. Я, кстати, хочу выебать сайленсера. Альберт, ты не хочешь его выебать? Хочу, хочу. Нет, только не хочу уже. Не хочешь. А есть кто на сайленсере выебать? Меня не будет. Да не ты хочешь. Только обещаешь. Не, я сделаю. Так, с геомансер. Но геомансера не взять. Почему? Хотя маны-то уж нет. Ну, на састрал хватит и все. На састрал? Састрал, а ты в сульты. Не, ну в састрал. Килы чего? Магнита, готов? Я прячу, да? Пойдем. Тут проблема, Дред. На топа не будет. Global Silence. Hello. А, ну слышите, я походу в этой игре вообще не ультану, наверное, ни разу, если буду таким образом врываться. Сколько человек у них топа делало? Все. Человек 200. На скидочку. Ладно, короче, буду играть в крысу. Что-то меня не заебали. Прям серьезно заебали. А почему они тебя видели? Не знаю. Стрим смотрят, суки. Блять. Угу. Слушай, я думал, у тебя план какой-то есть, у тебя его нету, оказывается. Ну как, вышку дефа. Понял. Я вышло неплохо. Не, ну так-то да. Альберт, кажется, они все боятся. Мне кажется, время делать еще стаки, потому что игра как-то не идет. Это нормально. Так, сейчас еще форестав все соберу.
Не, игра не идет у меня, я в этом смысле. Ну, 10 телепортов стандартных. Угу. Это они неплохо, любят, неплохо. Любят. Так, ну центр они здесь поставили. Отлично, отлично. 3 телепорта сделали, неплохо. Эх, мы можем пизды им дать, кто-то подойдет сюда? Да, я иду. Все здесь, там центри стоят, много. Я Рубика сейчас уебу. Да, я просто сделаю боял и полечу к вам. А еще что-то делаем? Угу. ТПМ сбил. Зато он меня убил. Сосу, ай, как сосешь. Просто как царь. Отличный отсос. Король отсос. Возьмете там, да? Альберт, там можно забредовить, пойти вот тебе. Я на мид пошел. Бля, Альберт. Саня, ты не представляешь, какой ты лев. Ты только что ненароком мне даблстак еще сделал. Спасибо, Андрей. Саня, или ты знал? Спасибо, Андрей. Нет, голимая халява. Хорошо. А хороший у тебя герой, кстати. 521 бегает. Бьет больно. Я слышал. Так, ну надеюсь, это действительно был стак. Я слышал, что на я смогу делать это в два раза лучше. Что? Ну, нет, да. Слушай, я, Сань, не сделал стак. Я, пожалуй, буду блясть. Голимая халява. Это вот грязь стоит, надо что-то сделать с ней. Пойду замучу. Черняк! Давай, давай. Ну-ка. Ножичком, ножичком. Грамотная игра. На БКБ через 500 будет. Так, и что у нас здесь? Здесь так и не делается, мне похуй, я вас двоих тут убью, нахуй. Ну я глаз сперли. Плохо. Ну неприятно. Окей. Он не в курсе вообще, да? Ох, ебать копать. Ну, развел достаточно. Сам себя на диффуза развел, блядь. Там поважнее все-таки его развести на что-то. Я внизу помогу сейчас. Блядь, ну я мипа боюсь бить, потому что он прыгнет сюда. Помогу сейчас внизу, помогу. Да я сейчас просто фарм возьму, короче, и уйду отсюда. Нахуй. Если они на тебя поедут, они не уйдут отсюда уже. Че, мы тавр хотим? Я уехал. Он уехал, я тоже уехал. Не буду без Альберта драться. Сейчас еще форстав соберусь, ребят. А я бегу, уже с БКБ. Сейчас можно вообще плотно поебаться. А, обратно бежишь? Да. Лола, как же мои стаки? Хуй на эти стаки, поехали ебашься. Что за... как это хуй? Мне вон 11-й нужен. Еще немножко кача. Сейчас миди будет кто-то. Вот, кто-то хуйло, надо убивать. Лотара нет. Мангвар собрал, нихуя себе. В леса пойдет. Там вижен был, в меня маг стрелял. А у меня трипл стак, парни. В миди атака в миди. Меня там не будет, я внизу забрал тогда. Там меча не насосет как следует. Думаешь? Terrible DPS нашел. Так, и стаки. Охуенная, я люблю хорошие стаки. Стаки, сука. Больше стаков, блядь.
Так, хорошо. Ребят, нормально. Я без маны, я бы вам все равно не помог, поэтому я вот здесь буду тусоваться. Шейкера ультимейт есть, смотрите. Готовится. И дагер. У него блинк есть? Да. Да, есть. Он захочет. Скорее всего, да. Блин, ебать, как они быстро фармятся. У меня ульт через 10. Выбегают, выбегают, надо будет. Ждем, да? И едем. Да, ждем, ждем, ждем. Че, ребята, 8. Я тоже приеду. Мне тоже скоро. Уже можно начать, я могу в БКБ начать. Поехали. ЕС удал сайленс. Блять, не успел нажать. Я тоже что-то не помогу вам, ребят. Го дальше. Алхимика подниму, а этого сейчас убьем. И алхимика. Так, ребят, я на подмоге. Я рядом. Я рядом, парни. Нормально. Хорошо. Альберт, тебе пизда. Да, братиша, ты прав. Да. Боже мой. Боже мой, Андрей, давай, давай, я плот. Да? Конечно, конечно. Я нет. Ты вообще никого не хочешь убивать? Нет, я хочу вот здание им ломать. Знаешь почему? А сейчас? Потому что они пидоры, Сань. Ну, ладно. Очень разозлили меня в один момент игры. Когда эти пидоры зафармили 3 мои стак. Суки. Что до сих пор остается секретом, да? Как они я вот, я хрен его знает, как за полминуты они зафармили шейкером 4-го левела и сайленсером эти стаки ссаные. Вот хрен его знает. Ты сейчас подойдешь ко мне? Да. Я иду к тебе. Так давай смоук, что побыстрее. Я иду к тебе быстрее в смоке. Mm-hmm. Мне кажется, они боятся тебя одного. Они боятся, я не знаю. Давай тогда они сломаем будут нападать, ну да, я это и хочу. А ты сейчас позицию и все отлично. Угу. Давай ближе сюда чуть подойдешь, чтобы парт по ним доставал. Да они не хотят, по-моему. Он ЕС будет сейчас прыгать. Надеюсь. Может как-нибудь уже, Андрей? Ульт закончился уже. Может быть поэтому они не подходили? Я, ребят, я в позиции, нормально. Да будет прыгать. Будет прыгать. Я жду, ребят, я в позиции. Хорошо. Жду. Не, не будет прыгать, к сожалению. Ребят, жду. Давай, давай. Ты главное не уходи, потому что в любой момент могут начать. Жду, Сань, нормально. Я знаю, что в работе надо быть с Кинга 80% это ожидание. Главное, хорошая позиция. Так, можно поменять пока позицию. Так, ну-ка. Сейчас файнал атака будет у них. Мы сейчас на фонтан сами пойдем. Пойдем, Андрей, через 10 секунд. Да-да-да. Шейкер, глобал, вся хуйня. Да, не важно. Сань. Это, на это и есть файнал атака. Подкрадываюсь. Альберт, идем. Я сайленс дам всем. Берем, все, поехали. Да давай, 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 давай. Поехали. Оп, все в сайленсе. Для начала. Дальше и ульт у себя. Вот так. Дальше гост. Дальше пизды мне дали. Да, уже кому-то. Блять, так тут больно.
Да. Есть такое. Не, ну на своей базе они могут. Не, ну я говорю, не, это опасно. Не, Шемича ему хастрали. Сань, это опасно. Да меча и такое себе на самом деле. Ладно, было неплохо. В пизду этого мечая. Дрейф зали. Просто нахуй и в пизду. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. ГГВП. Что ж, господа. Скушай яблочко. Трехминутная рекламная пауза.